Документ, запрещающий пиринговую торговлю в Китае. По данным 8btc.com, впервые этот документ появился 16 сентября в одной из групп WeChat. Позже был размещен в Weibo и опубликован в Твиттере разработчиком Bitcoin Core BTC Drag. Как пишет последний, подлинность этого документа под сомнением, так как на нем нет ни даты, ни названия учреждения, которое его выпустило. Помимо этого, есть утверждение, что подобный документ уже встречался в 2013 году. Однако профильные издания отказались от комментариев сложившейся ситуации.